базовая стандартная история. Все при этом дает себя пробить, а Хук идет по Сантосу сразу. Сантос дает себя щиток. Это единственный спел, который у него есть. И придется какое-то заклинание призывать. Пока прожимает. Только одно, но ебает еще. Контролит атайм чистит ананас, но в дуэль стоп. Хочет, замедляет Анечка. А вот уже и синий смайт. Замедляющий идет, и Анечку срочно нужна помощь. Иначе дуэль он проиграет. Разворот Анечка идет только тогда, когда подходит босс в свое оглушение. Номанс попался под очень хороший стан от Лайк. Сырник пытается, конечно, какой-то пространство для игры. Гаджет приезжает. Немножко лыша начинает играть в гаджета. У гаджета остается очень мало хп. Он нажимает барьер для того, чтобы себя как-то засейвить. Не пошел телепорт, а он ходит, а мало хп. Неужели гаджета отпустит? Гаджета отпускают, но здесь босс прилетает, который попробует анхоли просто сожрать его. Кто следующий? Вот. Он ухнул. И Анечек от этого чуть не умер. Ой, ладно, кстати, как сейчас со скачка. Да у тебя кишка танка. Полетел, но можно сейчас попробовать задавить Номан за Кира. Как бы сейчас не отъехал, Кира отъезжает, не успевает. Есть информация, что делать? Я не могу сдерживаться, Алексей. Алексей, я не могу сдерживаться, я пытался как мог. Что так, что произошло? Кира загал плохо, Лайнер загал плохо, Станом не попал, скачок был не нужен. И это все, конечно, обидно, очень жаль. Томас может забрать, но скачок прожимает, кстати, боль от Духана Синдыш. Врывается просто во всех скушки, выхиливает абсолютно полный стол в себе. Я не помню уже этот дело. Там пауза в 15 минут ушла в минус 50. Смотри, теперь кого-то играют уже и он приходит в атаку, хватит уже дефаться, да? Не те слоты, скажем так, сейчас у Киры для того, чтобы врываться и пытаться играть как-то агрессивно, тем более против такой люксы, тем более с таким сейвом. Прошло очень много хилов, очень много счетов. Сейчас ЕПГ трапают, но здесь Кира просто всех спалил и не получилось сейчас запухать. Попробует сыграть по ананасику, начинает его проседать. Тем временем Сырник начинает играть по гаджету. У Киры очень мало хп, но Номанс просто не будет его отпускать. И Киру здесь добьет Номанс. Скорее всего, умрет еще и Анечек. И два убийства для себя Йолы зарабатывают. Знали, что их трапуют. И Сырник будет убегать в сторону вражеской базы, а гаджет попробует его зафолвить. Там есть пинг-бар. Так, Сырник бэкается. Гаджет нужно нажать Q. Гаджет увидел, Сырника подтягивает, Гаджет нажимает ультимейт. И у нас битва саппортов происходит прямо сейчас, хотя Гаджет на самом деле адекери в этой игре. Гаджет начинает бить по Сырнику, очень неплохие косты, у Сырника скоро все откатится. Нужно нажимать сейчас Q Гаджету, срочно нужно догонять. Беги, сука! У него есть полка со щиточек, нужно Гаджету играть дальше. Сырник что попробует сделать? Попробовал попасть куком, куком, к сожалению, промахивается. Тут еще Глуба будет уничтожать. Сырник нажимает свой скачок, Гаджет нажимает скачок свой также. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. А кто решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. Самое главное противостояние — это спина. Гаджет против Сырника. Гаджет пытается его настичь. Ускоряется Сырник, так нажимает свой дабл, но когда она кончится, Сырник, скорее всего, замедлится. Но Сырник улетает просто в сторону вражеской тайны. Сырник сдается и будет умирать против башни. Но Гаджет не зарабатывает это убийство. Это определенно победа спорта. Команда ЕПГ. Получится у ЕПГ с каким-то хуком как-то кого-то забрать. Это может очень много в этой игре изменить, но, к сожалению, Hello! Не получается это сделать, потому что пошел рут, пошел ультимейт, сразу пошел, да, ультимейт, и псы просто забирают здесь и Анечка, и Сырника. Здесь Кира попробует что-то сделать один против четверых, но вряд ли что-то из этого выйдет. Как я понимаю, Лайнел был не в драке, он пытался как-то зонить босса, как только начал в драке выходить, Барум, босс спокойно шел забирать. Т3, и босс начинает танцевать один против трех, а получится ли здесь разыграть и босса, вот в чем вопрос. Может, неплохо играет сейчас Анхоли, но босс попробует сыграть против Лайнела. Анхоли все-таки получается у Киры добить босса, и босс умирает. Какого-то смысла нету для того, чтобы пытаться эту игру быстро заинить. Ой, промахивается ультимейтом гаджет здесь. Лайнел, кстати, очень неплохо застанил непосредственно гаджета. Анхоли начинает настреливать по боссу, он замедлен, можно дать по нему еще и стан. Анечек начинает бежать всех, пошла стрела в босса, босс подключает тирана, но здесь Нома, который начинает оставить Анечку. Сырник очень неплохой, делает подтягивание. Анечек пошел вперед, попробует что-то сделать, но демеджа просто банально не хватает. Босс как откидывается, делается минус 2 со стороны команды Unicorns of Love, потому что побегает и Анечек, и Анхоли. И здесь Йолы уже, конечно, обязаны заканчивать. Босс начинает телепорт на крипа, чтобы по нему не дамажил тавер. Кира здесь в луже, попробует что-то сделать, надо добрать хотя бы крипов, но это очень сложно сделать, потому что у Йолов огромное количество урона, у них преимущество в 11 тысяч золота на 26 минуте, а это значит, что сейчас Unicorns of Love будут оформлять для себя 13-0 счет и уверенными шагами идти к первому в истории континентальной лиги сплиту 14-0, с чем мы их и поздравляем. Ну вообще, Сион просто уязвим против любых героев на левел 1, там в ранних левелах, до появления первого какого-то армора. Вы полагали, он это уже гораздо.
Да, и он нажимает скачок, но это скачок, чем в первый раз. По-новому заиграет теперь Рейн. Грифон дает оглушение, на нас на кавере стоит, урона не хватает, чтобы его добить. Теперь отходят уже ребята из Unicorns of Love. Два скачка они потратили, поэтому не все так стало просто для них. Джафар, я застрял. Хороший пилар по Рейну теперь, Витри. Вот это глыба. Для того, чтобы побольше будет принять. Ультимейт от Рейра идет, будет оглушать. У Номадза здесь нет шансов на выживание. И он погибает от дэдшотдаун Казиксу. Тем временем Йол играют по Рейру, забирают его, но по Рейну доигрывать уже будет довольно-таки трудно. Учитывая тот факт, что Рейр будет убить всех своих пассивов. Да, вот это все-таки Морган от лужи погибает Рейн. Мы пока ничего, Юрий, мы пока комментируем, а вот босса понял, сейчас будут убивать. Скачка нету. Все. Играют по боссу, господа. Теперь босс пытается выйти. У Рейра достаточно много хп. Спасибо. Рейр выходит. Да без проблем. По нему будет играть Меликс. Меликс забирает. Ну тут тоже, знаешь, размен... Размен вопросительный, кому больше здесь досталось. Босс, конечно, убил. У меня нет на это времени. Но он подпидел Казикса, он здесь тоже ставит. Хорошо, и убьет сейчас Рейна. Ничего они не учатся. Не получилось. Телепорта, да, да, не могут зайти на реку, потому что здесь река. Ой-ой-ой, один крит и удар по мутанту, это 70% хп. Закончилось. И сражение, хотя Номадс подставился, но здесь нет. Да нет, смотри, Йола зашли, они с рампы вышли вниз. Грифон очень мало хп, гаджет дает классный крит. После чего продолжается игра по Рейру, в которого ультует Ананас, и поэтому флешаут дает господин Рейр. Ну а тем временем погибает Грифон, не успевая дать флешаут от ульты Вуконга, который со своего скачка врывается в него. Гаджет убивает мутанта, который не успел даже ничего сделать. Погибает, конечно, Номад, заигрался немножко, но размен 4 в 1. Да, спокойно идут по центральной линии, пачка есть, усиление оборона есть, Номад сцепляет Рейна, но добить его не получается. После Меркурия и скачок имелись у Казикса, он выживает. Неплохая катка была от Казикса, он пытался сделать все, что мог, но в целом 5 на 5 очень сильная команда Юникорнов и 14-0, Юрий.